nostalgie. On se ressemble. Доброго времени суток зрителям и священным гостям нашего канала. С вами Росси, это канал Роли Гейм, рубрика Ностальжи. Сегодня мы будем играть в игру под названием Call of Duty 2. Это игра про Вторую мировую войну, и как по мне, это одна из лучших игр в данной серии. С нее все начиналось, и она, я считаю, по праву требует нашего с вами внимания. Значит, давайте начнем новую игру. Выберем опытный. И сейчас у нас Москва, 1941 год. Щелкните мышью, чтобы приступить к заданию. 1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику Блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. Так, 16 декабря 1941 года, 22 по Москве, снег, 15 градусов мороза. Через несколько часов я присоединюсь к своим товарищам на оборонительных рубежах Москвы. Немцы сейчас стоят в нескольких километрах от Москвы. Своей артиллерией они уничтожили много мирного населения и убили почти всех моих родственников. И хоть я в жизни не держал винтовку в руках, я готов учиться тому, чему должен, и я буду защищать родину от фашистов. Рядовой Василий Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Поехали. Битва под Москвой. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Так, подходим к столу и берем оружие. Хлопцы, хлопцы, хлопцы. А мне винтовочку, хлопцы. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи.
Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Оружие на столе, товарищ. Мерси. Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Мерси, ребятки. Так, винтовка Мосина у нас. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, хорошо. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень. Понял вас. Бэмс. Бэмс. Теперь другую. Нет, не надо ничего инвертировать. Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку к огневому рубежу. Готовы? Стреляйте по посуде. Представьте, что это враг. Три списика. Советую целиться. Козлом. Я целюсь. Неплохо. Товарищ майор. Или комиссар, я целюсь. Ну ладно, с пестика может не очень, с винтовки может. Отлично! Неплохо! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Да. Огонь! Одну промахнулись. По мишени приклада. Так, shift, чтобы ударить. Оп. Хватит, товарищи. Подойдите сюда и возьмите гранаты. Картошка. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Так, ладно. Теперь бросайте картошку в мишени. Раз картошка. Два картошка. Хороший картошка. Бросок. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Сержант Олег. Пленный. Вот. Вперед. За пленным. Сейчас я его буду пистолетом, прикладом бить по щекам его. По его фашистской морде наглой. Где он там? А его уже бьют. Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon im Südostsektor. Мимо нашей линии обороны! На юго-восток! Sie werden von Kettenfahrzeugen und Artillerie unterstützt. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны! Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Вперед, товарищи! Так, чтобы через здесь пробел. Живее! Чтобы лечь контрол. Пробел встать. Так. Все, я взял себе ППШ. Понял вас, товарищ ефрейтор. Понял, босс! Погоди! Пусть дым поснимется! Держитесь, товарищи! Товарищи, еще чуть-чуть! Пошли! За мной! Вот это я понимаю, ребята, игрушка. Ох ты, меня прошили. Коммунистен! Получите, коммунисты, вон. Вангар. Пулемет. Получи, фашистская морда.
а подсадить друг друга. Ну ладно. Ух ты! Получи, фашист, гранату. От советского солдата. Есть такое дело, пошли. Опа, вот он, гранатка, ребятки. Заходим дальше, пацаны, штурмуем. Ух ты! Стоять! Стоять, фашисты, я вас не отпускал! Ух ты! Все, убили меня, ребята. Я никогда не оправдывал войну, кроме той, что ведется ради мира. Сразу же загрузочка в ближайшее место. Вот он туда раз, вот он туда два, когда будем с вами так разговаривать. А подождите, меня тут распидорашивают. Хорошо, заходим дальше. Так, устанавливаем бомбу. Перчатка заложена назад. Бэмс. Не знаю, ребят, мне реально очень нравится эта игра. Хоть я в ней, может, играю, как прокал. Победа. В этом мире существует только сила меча и сила духа. Сила духа всегда выходит победителем. Наполеон Бонапарт. Лично мне эта игра очень нравится, и я ее проходил не один раз, и играл в мультиплеер на то время, тоже было очень классно, когда рубишь фашистов, или ты за фашистов. Ну, короче, реально, игра просто бомбезная. Здесь не только за Советы играешь, но и за союзников, не играешь только за фашистов. 2 декабря 1942 года, 10:25, Сталинград, снег, 20 градусов мороза. Сегодня нам приказали закрепиться к северу от улицы Солнечная. Мой отряд понес тяжелые потери с момента нашего прибытия в Сталинград в сентябре. Многие были убиты во время переправы через Волгу. Им не удалось даже войти в город. Я, наверное, уже и счет потерял убитым мной немцам. Хотя уверен, что этого все еще мало. Рядовой Василий Иванович Козлов. 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Приступаем. Подрывные работы. Прекратите бессмысленное кровопролитие. Немецкий народ вам не враг. Сдавайтесь, и с вами будут хорошо обращаться. Вы получите вкусную горячую пищу и теплую одежду. А если вы ранены, медицинскую помощь. Немецкие солдаты – ваши друзья. Ефрейтор Лена Воронина и ефрейтор Виктор Серовский. Советские солдаты, вы голодны. Теплая и сухая одежда. Там манекены, ребята, что-то. Господи, ефрейтор Серов! Так они нас жмут, ребятки. Надо, наверное, дым кинуть. Вот так. Оп. Понял тебя, Катюха, или как тебя там зовут? Елена, или как тебя там? Гранату кто-то мне прям под ноги кинул. Вражеская пехота!
Вижу, вижу, ребятушки, вижу. Надо идти в рукопашку, ребята. Коммунисты. О, у меня осколочные появились, чего вы молчите? Оп. Вот он туда еще осколочные. Так. Сука, а? Чуть меня на кукол не посадил, ребятки. Так, что там, товарищи? Рядовой Юрий. Горбатко. Нажмите Б, чтобы использовать бинокль. Прекратите бессмысленное кровопролитие. Немецкий народ вам не враг. Сдавайтесь, и с вами будут хорошо обращаться. Вы получите вкусную... Вас только за смертью посылают! Сюда! А если вы ранены, медицинскую помощь. Немецкие солдаты... Боря Савин. Его тащит Миша Рюмин. Давай, Миша. Вы только посмотрите на эту красоту, как эта игра сделана. Для своего 2005 года, а? Красота! Вперед. Немцы готовятся к контратаке! И готовьтесь! Нас слишком мало! Надо уходить отсюда, а то нас на клочки порвут! Оставаться на местах, пока не будет подкрепление! Это пусть на солнышко рассчитывают на нас! Остановим фашистов! Так точно. Не пропустим. Так, снайперская винтовка. По классике жанра зажимаем shift для того, чтобы задержать дыхание, и наш выстрел был четким и точным. Где? Ох ты, прям мне маслина залетела. Бачу. Они прям здесь. Вот это нас накрыли, ребята. Вот это нас накрыли. Они отступают в атаку за Родину. Вот это замес, пацаны. Замес жесткий. Подойдете, фашисты. Что? Что мне опять залетело? Граната. Следите за индикатором. Где, блин? Я не видел, ребятки. А ёлки-палки. Вот. Ой, опять граната. Да что ж тут везде эти гранаты, блин? Опять граната. Ёлки-палки, они тупо гранатами нас закидывают. Вот заразы. Все, ребята, сейчас мы точно их победим. Это все потому, что крутой уровень сложности, наверное. Ой, хорошо, минус
минус куча людей сразу только что сделал. Хорошо. В атаку за Родину. Слушайте, пацаны. Граната. Что-то по автоматам нажимаю Shift, чтобы быстрее бежать. Давай, перезаряжайся, братишка. Бежать. Все, патронов нету на этом. На ППШ. Ребятки, мне бы патрончики. Очень плохо, что эта винтовка долго перезаряжается. Ах ты, собака. Так, мы их отстреливаем. Давай, батенька, давай, перезаряжайся. Ну-ка, покажи мне головушку свою ясную. Бля, своего пострелил, пацан. Миша Вагимов, извини, братишечка. Короче, надо с этой херней завязывать, пацаны, сейчас я накидаю и пошли в штурм. Потом мне бы автомат где-то подмутить. О, или патроны. О, уже хорошо. Вперед, пацаны! Там пулемет, пулемет там. Отлично. Ах ты, сука фашистка. Ай-яй-яй-яй-яй, вы видели. Успех в войне нельзя гарантировать, его можно только заслужить. Я понял, меня аж сюда откатило. Постараюсь, братишечка, стараюсь. Вперед. Весна придет, вокруг всплывет. Ух ты! Пацаны, прикрывайте, вот так. А это немецкое оружие. Сейчас мы с него. Обратите внимание, что их еще можно выпасать по пару изо рта, которые... Вот они за углом сидят, а пары изо рта видно. Ну это так пожестче валит. Меньше патронов, но доварит пожестче. Так, Айнерспинт Юммер, я не знаю, ребятки, я не немец, поэтому извиняйте. Все. Что там? У нас тут еще один остался. Какая-то жопа. А, дирочка. Так, для профилактики. А, она чуть мне на голову не свалилась, ребятки. Так.
Они соорудили баррикады наверху! Может, предложим им сдаться? Сорвем их к чертовой матери! Взрывчатку сюда, скорее! Есть, товарищ лейтенант! Подрывники сюда со взрывчаткой! Где там подрывники сюда со взрывчаткой? Козлёк! Возьми у них взрывчатку и приступай! Установи заряды на несущих опорах быстро! Понял вас, ребятки, сейчас мы их чертям собачьим. Экс, сюда еще бомбу поставим. И вот сюда. Заряды установлены! Всем отойти на безопасное расстояние! Где моя ППШ? Сейчас рванет! Все живые здания! Бегом! Скорее! Скорее, ребята! Красота! Задание выполнено. Поздравляем! В меню выбора зданий теперь доступна британская компания. Смелость и упорство – волшебные талисманы, перед которыми исчезают любые трудности и препятствия. Джон Квенси Адамс. Ребятка, с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Ностальжи. Я извиняюсь, что как обычно я порол и пришлось перезапускаться, но Call of Duty 2 просто она должна была здесь присутствовать, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем пока.